участвует. Идем под мостом, который ведет на остров Русский. Его еще называют Русский мост. Солнышко светит, довольно прохладный ветер. Сегодня 6 октября 2019 года. Рыбаки ловят рыбу. Видно, что рыбаков довольно много. Лодки проплывают под мостом. Маленькие частные лодочки. Сзади вот у нас город Владивосток. Слева или через море там находится остров Русский. И здесь у нас здоровенные корабли. Вот там стоят. Видно океанариум за тем кораблем. И здесь кампус ДУФУ, Дальневосточного федерального университета. Пойдем посмотрим, как ловят рыбу. Так, передвигаемся по камням большим. Видно, что камни наложили специально огромные, чтобы волна прибрежная не размывала грунт под основаниями, под основными опорами моста на остров Русский. Камни огромные, по ним тебе передвигаться по ним довольно легко. Вон, лодочка плывет. Вот так выглядят опоры моста. Что хорошо, то что к этому мосту, на остров Русский, который ведет, можно пройти пешком, припарковаться там сзади моста, в основании его, и подойти прямо под мост, пройти, прогуляться. Довольно интересная получится прогулка у вас, потому что такое сооружение увидеть, грубо говоря, практически на расстоянии вытянутой руки. От вандалов мост защищен вот таким заборчиком, который, в принципе, можно при желании перелезть или подлезть под ним. Ну, как бы, я не вижу никакого смысла это делать. Там стоит, сидит охранник в будке, контролирует периметр сооружения на этой стороне. И с той стороны примерно похожая картина. Тоже можно пройтись под мостом. Соответственно, тут большое количество рыбаков местных. И даже с Уссурийска приезжают сюда половить рыбку. Ну, насчет рыбы сейчас посмотрим, кто что поймал. И, в принципе, прогуляться, если вы не местный или даже местный, то довольно интересная фактурная прогулка у вас получится. Можно всем влюбленным, парочкам, также с детьми можно погулять. Я думаю, это довольно интересная получится прогулка. Вот мы как раз видим ребенка и отца ребенка.
Сейчас довольно ветрено, ветер прохладный, но если одеться потеплее, то в принципе вполне нормально. Кстати, еще одно красивое место в городе Владивостоке находится вот под этим мостом. Тут открывается такой красивый пейзаж на Владивосток. Единственное, что нужно одеваться потеплее, особенно если вы пришли в осенний период или весенний период. Зимой это само собой. Очень красивое место, вот прямо по курсу. Вот там на скале сверху. Одно из моих любимых мест в городе Владивостоке. Пойдем посмотрим, что поймали рыбаки. Канал Море Видео. Мы хотим взять у вас интервью по поводу того, почему вы пришли сюда ловить рыбу. Я так знаю, что вы приехали из Уссурийска, с такого далека. Понятно, что тут очень красиво, но, может быть, у вас есть какие-то свое мнение по этому поводу. Пожалуйста. Здесь очень красиво. Это. Как насчет рыбы? Рыба ловится? Подскажите, пожалуйста. Ну, вообще, да. Какая рыба? Большая, маленькая? Как называется? Что вы тут вылавливаете? Большая и маленькая. Терпух ловит? Не, я вытяну терпух. Это кто? Терпух. Терпух. Угу. Это сородич трески? Что? Сородич трески? Да нет. Не а можно его на свету так подержать? Я его поснимал. Это первый вас или уже поймали? Сейчас. Прикольно. Еще как-то изучать, потом как бы вести.
На какой взяла она? Дорога, которая ведет к мосту, мы по ней уже возвращаемся. А справа от моста здесь охранная зона, объект культурного наследия, комплекс Владивостокской крепости, независимая артиллерийская батарея, которая была построена с 1895 по 1903 год, пороховой погреб и Петропавловская батарея.